Доброе утро всем. В студии по-прежнему Анна Шамбадал и Марина Гиса. Здорово, все-таки у нас да, получается. У нас прям какая-то, я не знаю, закономерность. Ну, а тема нашего сегодняшнего эфира звучит так: «Все обо всем». Да, вот, кстати, чтобы знать все обо всем, я думаю, не помешало бы знать английский язык. Да, знание английского языка – это получение доступа к новой информации. Изучив английский, вы перестанете зависеть от мнения копирайтеров, решающих, что перевести, а что нет. Вы будете искать информацию, не ограничиваясь рамками Рунета, читать мнения зарубежных экспертов, изучать научные исследования, проверять зарубежные новости. Да, можно, кстати, смотреть англоязычные фильмы в оригинале. Или петь на английском языке, вот как наши гости, например. У нас в студии Яна Арнт, вокалистка студии современного творчества «Вифарт», победитель международного фестиваля поколения Next. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Яна, расскажи, пожалуйста, как, насколько ты вообще владеешь английским языком? Hello. Прям очень хорошо. Очень хорошо. Английский язык я начала учить с первого класса. У меня есть репетитор по английскому. На английском языке я могу разговаривать довольно свободно. И думаю, в дальнейшем смогу переехать жить в Англию. А скажи, пожалуйста, доброе утро. Вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. С первого класса все можно, давай. Доброе утро. Hello. Good morning. Сейчас мы сами все переведем. Good morning, Челябинск. Хорошо. Давайте. Давай. Good morning, Челябинск. Ну, мы это тоже знаем. Да. Ну что же, я думаю, что прямо сейчас Яна нам продемонстрирует, как нужно правильно петь. Я, насколько знаю, там даже артикуляция немного другая, правда ведь? Яночка, студия в вашем распоряжении. Пойте, ну а мы будем танцевать. Спасибо большое, да, пойдем. Спасибо. Say the word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend? And nothing I'm scared is what it's coming next. I'm scared is having nothing left. Look, don't get me wrong. I know there is no tomorrow. What if I'm never loved?
Спасибо. Яночка, ну, браво, браво. Браво. Действительно, мне кажется, большое будущее. Скажите, а вот перевод этой песни вы знаете? Да, знаю, он достаточно взрослый о том, как слишком любимый человек уходит, и она просит, чтобы он остался хотя бы еще на минуту. Мне кажется, вот актерская игра была на высоте, и, в принципе, было понятно, да? Да, Ян, вы вообще такая молодец. А вот вам больше нравится на английском петь или на русском? Смотря как, по настроению, скорее всего, потому что, ну, каждая песня имеет свой смысл, его нужно уметь передавать зрителю, и... Каждый язык прекрасен, мое личное мнение, поэтому очень такой трудный вопрос. Спасибо вам большое, вы с этим прекрасно справились. Да, большое спасибо. Напомним, что у нас сегодня в гостях была Яна Арнт, вокалистка студии современного творчества «Вивард», победитель международного фестиваля поколения «Next».